задолженность не погашена остальная, и не был погашен за август, и не был выплачен за октябрь и ноябрь. Долги по зарплате консьержам, неработающие лифты, переполненные мусорные баки и урны. С этими проблемами жители десятков домов, которые обслуживает управляющая компания «Пик Комфорт», пришли к главе Химок Дмитрию Волошину. Как оказалось, эти проблемы появились у горожан не случайно. Управляющая компания задолжала сотни миллионов ресурсоснабжающей организации. Я их заставить уйти не могу, это невозможно. Это невозможно, только вы можете. Их поддерживают. Второй путь – это, знаете или не знаете, еще не в курсе, о том, что у ПИКа есть огромные долги за теплоснабжение. И именно по этой причине я их тоже могу применить. Уже без разных разговоров. Потому что у них гигантский просто. 270 миллионов. И у них, то есть неограниченная подача тепла только потому, что администрация сегодня уже наши жители. Они вас обслуживают всего лишь, вы наш житель. А мы не даем ограничить подачу тепла. И все же решение остается за жителями – менять управляющую компанию или добиваться эффективности от ПИК «Комфорт». Пока что власти взяли часть проблем на себя. Периодически вывозят на муниципальной технике мусор со дворов. Пообещали помочь и с нерабочими лифтами. Администрация также готова помочь химчанам в выборе новой обслуживающей организации и предоставить информацию обо всех управляющих компаниях округа. Всего их 25.